Всем доброе утро. У меня сегодня понедельник. Выходной. Мой вес 94 300, отвес 200 грамм. Застряла, скорее всего, вода. Буду есть вот кашку овсяную. Поднадоедает. Уже надо что-то менять ее. Хлебец у меня опять с рикоттой и яблочко. Тут масло и мед. Время 1 часа дня. У меня будет второй завтрак. Буду есть окрошку с грудкой индейки. Здесь у меня получается картошка, огурец, яйцо, индейка, зеленый лук и укроп. Делаю я кефир. Сегодня у меня получилось 70 грамм кефира. Все взвешиваю на весах. И разбавила 100 грамм воды. Добавила лимонный сок и 5 грамм горчицы. И черный перчик. Сахар не добавляю. Мне нравится более кисленькое. Окрошки в сухом виде 200 грамм. Все, пошла кушать. Так, у меня сейчас обед. Время без 15:03. Буду есть отварной рис. Ничем не заправлял, ни маслом, ничем. 120 грамм получается. Здесь 80 грамм индейка, грудка, тушеная со сметаной, грибами. И в тот раз забыла сказать, что здесь еще кабачки. Кабачки у меня заморожены, я замораживала еще с лета. Большое количество. И консервированный горошек 80 грамм. Что ж, пришло время перекуса. У меня сейчас начало 8. Буду есть щи со сметаной 20%, с укропом и черным молотым перцем. Здесь у меня курага 20 грамм и кофе черный молотый. Просто заварила кипятком, добавила 8 грамм сахара и 30 грамм молока. Все, пошла есть. Попозже покажу еще ужин. Вот и подошло время к ужину. Здесь у меня салат, огурец, помидор, белок яйца одного, без желтка и всего лишь 30 грамм консервированной горбуши. А, и масло еще 2 грамма горчичного. Все перемешалось, сейчас буду кушать. Завтра посмотрим, должен быть уже отвес хороший. Не 200 грамм, а поболее. Всем спасибо, что смотрели. И до новых встреч. Пока!